Здорово всем, дорогие друзья! Сегодня охуенный день, и сегодня будет обзор на самый популярный фрукт в мире. Я думаю, многие догадались, на что. На банан, да-да. Я очень люблю бананы. Большие, маленькие, тонкие, толстые, желтые, там, зеленые. Ну, то есть, я люблю абсолютно все бананы. Нет ничего приятнее, чем держать во рту вот такой банан. Да не именно вот такой, а абсолютно любой. То есть, бананы это... Если судить, ну, потому что люди произошли от обезьян, наверняка люди впервые попробовали именно бананы. Ну, потому что, вот, например, ну, там сидели вот человек там с обезьяной, и вот банан, там, обезьяна ест, и говорит вот человеку, ну, типа, на, ну, попробуй, ну, ты же произошел от меня, значит, ты должен, ну, продолжать. Вот это, чем я занимаюсь. Ну, типа, в итоге человек, ну, попробовал бананы, ему очень, ну, это понравилось. То есть я ем бананы очень редко. Ну, даже раньше их ел очень редко. А сейчас вдвойне очень еще больше, ну, редко. Ну, потому что сейчас на них охуевшие цены. Ну, по крайней мере, у нас в Украине. Вот раньше они там стоили 20, там, ну, максимум 25 гривен, а сейчас они 40 гривен, вы только представьте, и то даже не 40, а 40 с чем-то за бананы. То есть для меня нигде не работающего человека это очень дохуя. Вот, ну, ну, посмотрите, сейчас многие там ЧСВшные дауны могут сказать, бля, да он черный, его нельзя есть. Бля, да я вот человек, ну, который вырос в нищете, в детстве мы, ну, покупали вот такие черные, ну, полностью абсолютно черные бананы, не просто вот как здесь черные, а полностью черные бананы, и они там стоили намного дешевле обычных. В итоге я всегда вот с детства ел черные бананы. Ну, я люблю черные вот бананы, большие, толстые, и, ну, как видите, до сих пор жил. Сейчас это очень модно, вот, знаете, вот этих программах, где, ну, проверяют качество продуктов, заходят, ну, типа, бля, да тут черная точка, все, он не годен к употреблению, да вы что, ебанулись? Вот всегда, ну, когда смотрю, у меня вот такой вопрос, вы что, ебанулись, что ли? В общем, дорогие друзья, анбоксинг банана, вот так он раскрывается, как видите, несмотря на то, что шкурка черная, внутри он абсолютно белый. Ну, банан, он и в Африке банан, как говорится. В общем, бывает такой, очень большой. А, ну, хотя нет, не очень большой, средний. Внутри абсолютно нормальный, там, не гнилой. Хотя вот эта чернота, это сложно назвать гнилью. В общем, вот так он выглядит. Это для доставки было. Хотя сейчас там... Многие, опять же, ну, какие-то озабоченные долбоебы, ну, подумают, бля, да что ты, это, ну, то есть в этом что, ну, такое, я, ну, просто ем банан, а о чем там вы, ну, подумали? Есть бананы еще, вот эти маленькие, ну, особый сорт, вот эти зеленые, бля, я их, ну, когда-то жал, но они мне не очень, ну, понравились, и они еще дороже, там, в несколько раз вообще. Охуевшие на них цены. Ну, так что я сторонник вот, ну, классического варианта. Вообще там, если сажать несколько бананов в день, то больше вообще не будет хотеться жрать. Они там очень, ну, калорийные, вся хуйня. Заебись. То есть вот этот был... очень небольшого размера, но я его сажал, и мне там, ну, учитывая, что я очень много жру, я там живу для того, чтобы есть. Я люблю там набивать желудок, да, упора, бля. Я, ну, конечно, не особо и наелся, но, тем не менее, чувство голода так минут на 5 лично у меня прошло.
В общем, дорогие друзья, сегодня был обзор на такой замечательный банан. Вот что от него осталось. Ну, как всегда, охуенный вкус там. А по-другому, в принципе, быть и не может. В общем, если вам понравилось видео, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. До встречи в новых видео.